Так, дубль 2 в китайский павильон. Седьмое российско-китайское экспо. Хэйлунцзян. Пылесосы. Наверное, воздух, как это. Увлажнитель воздуха. О, как красиво. Вид карабина с высоты птичьего полета. Так, ну-ка, культура и туризм, торговая компания, куда мы уже сворачиваем. Что тут такое? Красочный Китай, лучшие подарки на праздник. Объемные картины, труба. Зайчики. Текстиль. Легкие водки. Полки. На Урале такие делают. Это просто гладко. Не знаю, что это такое, но очень интересно. Ну и, наверное, последняя экспозиция автомобилей. Юник. Какой-то юник. $3 769 4 ляма. Читайте. Ставьте на паузу, кому интересно. Цвет красивый. Тут что-то свернули уже ручку. Как интересно. Смотри, вот это вот максимум, что я могу отбить. Вот вам и юник. Синий перламутр. А этот юник стоит $2 800 000. Аватар.
Степ. 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 Камеры. $2,700,000. Кто-то купит квартиру, а кто-то машину. Не так красивый. Ламор. Ламоры. Мечтайте, мечты сбываются. Вот так внутри. Ничего лишнего. Тут же продают адрес дилера. Опа! Вот так. Беленький салон. Погнали по трассе. Это что за минивэн? Да, панель-то. Все, поехали, тебя заводите. Сюда ключ не дают, говорят. Так здорово, все в мониторах, ничего лишнего. Если что, замкнет. Это панель как, да? Это, да, это панель, да, ничего не замкнет, такой техники. Вон, видите, как управление передач. Все легенько, парковка. Движение в руки. О, ручник. Раз, я же мультируль. Здорово. А у пассажира что? У пассажиров тоже. Не знаю, наверное. Нет, ну вот они вот три экрана видно. То есть вот он один, вот центр, да, и вон у пассажира. Я вам тоже тут. Сзади-то тоже нет. Здорово. Прям. Ну, у вас тут зато этот чайный столик. Да, у нас там сейчас все есть. А, еще есть панорамная крыша. Не панорама, но такой люк. Сзади вообще прекрасно, если чуть-чуть вперед отодвинуть, то смотрите, как да. Сзади прям нормально. Приятно. Ой, ладно. Ясно. Вот. Не открывается, наверное. Войян центр Москва. Уже номер дилера написан. Одна панель. Какие-то ключи. Вот
этого модельчина. Ну, ну, даже телефоны есть. Ой, я. Супер. Донгфэнг. Может, я неправильно читаю? ДФ. Время к 6 часам, выставка до 6. Не знаю, как буду уезжать. Ой. А вот видите, медиаэкран. Источник. Как сетка. А издалека видно классно. Вот они. Ходят уставшие, тут что? Настенные панели, вот таких у нас я не видела. Интересно. Всякие профили. Сидите, хочу. Так, а тут что? Какие-то столешницы. Завод по переработке рапса в Красноярском крае мощностью 320 тысяч тонн, то есть китайский завод, значит, получается, да, Красноярском, не Краснодарском, находилась Хэйхэ. Хэйхэ зубы вроде лечит. Наши ездят русские. Вот, время впереди 17:47. Сейчас как все поедут, поедут обратно. Так, выход надо найти. Пока Экспо мечтала съездить, съездила, успокоилась, губернатора насмотрелась. Спокойный, адекватный человек. Выдержанно на все вопросы отвечал. Фотографировались с ним. Никого не отталкивал, вел себя прилично, культурно, как и должен вести себя руководитель. То картины-то эти вообще извините. Еще тут с другой стороны вот они. Кстати, какая красота. Как люди умеют. Из акриловых нитей. Нити в краску мочат. Народ уходит, широко все видно, а то толпа закругляются потихоньку все. Трактор Беларусь. Интересно, конечно. Куда на нем? Что тут? Губернатор на Мазмане. Субтитры сделал DimaTorzok.
Еще один день прошел, все уставшие, довольные. Заключали, наверное, контрактов. Илья натопталась. Все, она смотрелась. Не так все плохо. Даже очень хорошо. Ну и это ты зазывала, а вот так. Чего она так фоткает? Да. Так, где выход? Так, написано выход, откуда выход? Надо к автобусу. Так, вот, выход такси, автобус. Такая экспо. Ставшие довольные. Сколько же тысяч человек здесь было? Съездим на второй этаж. Что там? Всех пускать, никого не выпускать. А тут и ничего. Фотозона и... Кончилось, на диванчике можно посидеть. Ну вот такие огромные павильоны. Пресс-центр здесь был, это не надо. Сейчас разъедутся все. Какие-то еще. Так. Какой-то еще продукт. А, уральский. Сувениры. Эти нас не удивишь магнитиками. Бусиками из камня. А китайцы, конечно, купят. После выставки да вон такую красоту как не купить. Все на улицу и туда едут, не знаю.
Давайте узнаем, зайдем мы, давайте узнаем. Куда-нибудь уедем. Чем приехал? Напротив Симоленту. Это вот, наверное, лес обрабатывают. Распилили и сразу сучки убирают. И что, посмотрим, что за автобусы здесь.